Пешеходный переход на улице Амелькова – один из оживленных участков дороги. Каждое утро через него проходят сотни учеников 7-й школы и гимназии Эврика. Многие в нарушении правил перебегают проезжую часть, не доходя до зебры. Такая беспечность может привести к трагедии, поэтому важно разъяснять детям правила поведения на дороге. Правила для того и созданы, чтобы жизнь оберегать детей. Дети многие ходят не по пешеходному переходу, перебегать дорогу, что крайне нельзя делать, перебегать. Потому что, когда ты бежишь, машины могут тебя не заметить и сбить просто. Поэтому нужно переходить аккуратно и смотреть по сторонам, чтобы не было машин. Особое внимание автоинспекторов направлено к водителям. ДПСники следят, как соблюдается скоростной режим, пропускают ли пешеходов на зебре, а также используют ли водители специальное удерживающее устройство при перевозке детей. Целью данного мероприятия выступает предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в рамках проведения профилактического мероприятия. Сотрудники госавтоинспекции осуществляют дежурство вблизи образовательных учреждений, вручают памятки водителям, юным пешеходам, а также родителям по соблюдению правил дорожного движения. Профилактическое мероприятие продлится до 8 апреля. Экипажи ГИБДД и рота ДПС будут дежурить возле всех школ и детских садов города.